Союз 6 Берсерк. Для выполнения задачи с отличием нам в 4 боях из 7 нужно занять первое место в своей собственной команде по количеству уничтоженных машин противника. Минимум нужно забрать 2 машины, чтобы задача засчиталась. Примерно похожая задача есть в коалиции. Коалиция 11, мастер-уничтожитель. Но тут нужно занять первое место среди обеих команд. То есть становится немножко сложнее. Для этого дается не 7, а 9 боев. Пока выполнял эту задачу, я для себя выработал 3 тактики, которые позволяют настреливать именно фраги. Первую назовем, скажем так, подсос. Стою я на Вестфилде, особо никуда не лезу, и тут смотрю, защитник поехал поджиматься. Выезжаю, первым выстрелом пробиваю, вторым ставлю на гуслю, третий выверяю, все, есть, первый фраг есть. Перезаряжаем барабан. В этот момент особо не лезем, не подставляемся, ждем своего момента. Наши стали Т-34 разбирать. В принципе, можно уже потихонечку выезжать на него. Вот, а теперь уже не потихонечку, теперь нужно уже быстро, пока его не забрали. 3 снаряда есть, по-любому должен забрать, есть право на ошибку. Стреляю первым, ставлю на гуслю, он там за каким-то препятствием. Вторым снова ставлю на гуслю, но с пробитием. Третьим забираю. Все, 2 фрага. Второго подсосал. Тут смотрю на место защитника, борщ вражеский приехал. Думаю, там хорошая позиция, можно будет и борща забрать. Жду, пока арта по нему отстреляется. Арта молодец, показывает, куда будет стрелять. Тихонечко выезжаю. Тут летит выстрел от арты с пробитием. И я забираю борща. Дальше поджимаюсь к ПТшкам. Тут смотрю Вафентрагер 9 уровня. Думаю, так, родной, ты мой 4-й фраг. Первым выстрелом ставлю на гуслю, свожусь, не успел буквально долю секунды. Ладно, думаю, прототип будет мой следующий фраг. Прототипа тоже забирают. Блин, я, конечно, пока лидирую, но как-то все зыбко. Так, чариотир светится, куда-то он поехал. И арта, решаю стрелять по арте. Вроде свелся, куда улетел выстрел, непонятно. Свожусь еще вернее, забираю арту, 4. Ну, 4 это уже гарантированно первое место. При счете 10-4 вряд ли кто-то меня сможет уже обогнать. Еду, думаю, чариотира, если уж не выстрелом, то тараном должен забирать. Еду на пофиг, стреляю с вертухана и забираю. 5-й фраг. Но в этом бою, как вы понимаете, я занял первое место по количеству фрагов. Вторая тактика, которую я для себя определил, называется Rush. Она хороша в том случае, если вы попали в топ. И в идеале, конечно, с шестерками. Еду туда, где встречаются обычно СТшки. Выезжаю и решаю, что первым моим фрагом будет Е-25. Его я могу забрать с барабана. Е-25 забрал, отъезжаю, перезаряжаюсь. Жду, пока народ разберет еще ИСа. Время пришло, забираю. И еду на гвардейца. Думаю, если не выстрелом, то хотя бы тараном, но смогу его забрать. Есть. 3 фрага. При счете 7-2. Понятно, что это турбослив. И, в общем, я себе практически гарантировал выполнение задачи. Третью тактику я назвал для себя, ну, такое кодовое название, скилловый бой. Тоже в идеале, если вы будете в топе. И вообще выполнять ЛБЗ в идеале, конечно, когда ты в топе. Просто стоим, занимаем позицию, стоим. Никуда особо сильно не ломимся. Ждем, пока враги поедут, и будем их отстреливать. Специально не стрелял по льву, ждал, пока он отъедет и подставит мне КВ-2. Так и произошло. КВ-2 мой первый фраг.
Где-то здесь должны быть ПТ-хи или арта. Этот должен быть мой следующий, третий фраг. Да, есть, арта засвечивается. Свожусь. Стреляю. Непонятно куда. Арта работает. Второй выстрел по гусле. Как я вообще умудрился его забрать, я не представляю. Так вообще не везло. Вроде и свелся, и подождал, и остановился. Нет, куда летели выстрелы, непонятно. Мало такого, вот вам еще один случай, когда ВБР говорит: иди в жопу, дорогой. Светится СУ-100. Свожусь. Арта по нему работает. Стреляю с поджогом. И что? Одно очко прочности у него остается. И его забирает кто-то другой. И так происходит очень-очень-очень часто. То не летит, когда ты уже вроде... Все, враг в прицеле, ты свелся, аккуратненько подъехал. Стреляешь мимо, стреляешь гусля, стреляешь не пробил. Но несмотря на всю эту нервотрепку с фрагами, задачу мне удалось выполнить с отличием.